Здравствуйте. Меня зовут Аня. Вконтакте я подписана Анюта Сметанчик. Сегодня я вам покажу, как нужно пить абсент. Вы обращайте внимание, я уже просто немного подвыпила. Вот. Сейчас я буду показывать дубль 4. Итак, наливаем абсент. Сахар набираем чайную ложку. Это дело мы сейчас будем обмакивать. Вообще абсент — это очень сильная вещь. В порядке 70 градусов. Но у меня тут вроде 60. Наркотическое действие. Вот я выпила только одну рюмку. Я уже чувствую, что мне нормально. Можно идти по грибы. Зажигалка до сих пор не работает после первого раза. А спичек нету. Вот мы и приехали. Следовательно, это знак. Нет, никакой это не знак. Если Аня хочет выпить, Аня выпьет. Где у нас спички? Вот спички. Я достала целый коробок, чтобы я приходила туда-сюда. Вот. Сейчас я его открою. Это будет опять время. Вот это у меня спрайт. Вот, вообще можно пить его спрайтом, абсент, но я его просто запиваю. Мне тяжело он идет. Не знаю, может, девушкам все тяжело идет. Может быть, мне, так как я не пьющая вообще и не курящая. Но сегодня, 1 января, отмечаю вчерашний день. Итак, оно должно сейчас хапать сахар. Каждый раз делай, каждый раз боимся этого огня. Это вообще ужас какой. Кто придумал этот огонь? Почему так сильно горит? Я не могу вообще. Вчера вместо шампанского его такой пила. Это вообще ужасно было. Все мое желание, которое я подпалила на бумажке, оно начало гореть. В итоге ничего я не выпила. Наверное, мое желание так и не сбудется. Вот так вот делаем. Мама нас катит. Ова! Теперь. Ах. Блядь, вот это оно горячее. Как он мог так сделать на том видео, дебил? Фу, он меня что ли? С длинными волосами сидит, с хвостом. Вот так вот взял этот огонь и вот так вот хлёпнул рукой. У меня даже тут осталось. Фу, капец, как можно так? И показывают людям. Если бы не... А у меня вчера лопнул стакан и загорелся стул. Вот так вот. Да, бывает такое. Теперь надо как-то его размешать. Короче, я делаю вот так. Оп-оп-оп-оп. Ну, короче, его надо так размешивать. Вообще, оно должно так сильно прилипать. У меня, конечно, прилипало, но она, если прилипает, то она ж холодно. Я лучше возьму вот так вот. О-о-о. Как чай. Размешиваем как чай. Боже, какой липкий стол получился. Фу, я в шоке. Фу, фу, ох, пьем, пьем. Такая прелесть, ну да. Это какой-то капец. Как он его пил, не запивая. Капец. Очень тяжело. Очень тяжело. Очень липко. И я не понимаю, как можно его пить без выпивки. Вот. Вот и все. Спасибо за внимание.